De Ziua Internațională a Femeii, echipa Newsmaker a decis să afle de la moldovencele noastre cum ar trebui să fie o femeie puternică. Кроме того, мы узнаем, насколько далеко в Молдове может зайти по-настоящему сильная женщина. В конце концов, государством именно женщина руководит. Ну и кроме того, мы любим радовать наших зрителей и читателей подарками, поэтому каждая женщина, которую мы сегодня встретим, получит от нас цветы и открытку. Вот что может сделать сильная женщина? Все, что захочет. А что именно? Все. Остановитесь на секунду, мы вам подарок хотим подарить. Не нужно, спасибо. Возьмите, это вам. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. Muncim prin ogradă, la lucru. Suntem și acasă, facem în gospodărie lucru și la serviciu. Și... Deci moldovencele sunt niște femei muncitoare. Și muncitoare, da. Aveți dreptate. Din partea Newsmaker vrem să vă felicităm cu o floare. Mulțumim. Așa, și cu o felicitare. Мультфильм. Сенатор, Порла Мунка. Скажите, вот для вас по-настоящему сильная женщина, что значит? Та, которая умеет быть слабой. Хорошо. А нас... Невзирая на то, что она может перебортировать колесо, починить кран, бачок и унитаз. Почему важно, чтобы она умела быть слабой? Потому что это главная задача женщины. Пиня думне вастра, кумар требуи Софио фемея путерника. Сприжен аппарат. Are nevoie de sprijin. Neapărat. Fără de asta nu există. Așa, dar nu credeți că singură se poate descurca, să fie așa puternică? Sunt o persoană care mă vedeți că mă descurc singură, dar ajunge într-un moment în viață când totuși ești sigur că mai bine când e în doi. Mi-ați făcut o plăcere enormă. O femeie puternică să învingă toate problemele cât mai ușor. Să nu se gândească, gata, eu nu pot. Cum ar trebui să fie o femeie puternică? Счастливая женщина – это прежде всего мать, бабушка, хранительница очага. В характере, в первую очередь, в характере. Если у нее есть такая мужская хватка, значит, она добьется всего. Спасибо. Думаю, что женщина должна иметь свое мнение, быть самостоятельной в своих решениях и не зависеть от мужчины. Dar credeți că în țara noastră drepturile femeilor sunt respectate la justa valoare, deci sunt egale cu cele ale? Я понял, не во всех аспектах, потому что мы вышли из постсоветских времен, где мужчина был во главе семьи, должен был всем руководить, и женщина должна была там молчать и заниматься воспитанием ребенка, что в корне неверно. И что вот чего всегда на слабое возле крепкие плечи. Самое большое счастье, когда мужчине достается женщина, которая, ну, из лейтенанта делает генерала, из простого парня делает человека устремленного. Правда ли, что место женщины на кухне? Да, конечно, нет.